А пошні новини Гомельщини у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенка. Вітаю вас. Делегація викладчиков вышейших навучальных установ Японии наведала Хойницкий район. Замежных гостей цікавить комплекс мероприемства по перадольванию наступствов аварии на Чернобыльской АЭС. Объектами деталевой уваги стали промысловые и социально значные объекты района. Подробности визиту у материала Дмитрия Котова. Амаль 30 годов прошло со дня, коли отбылась самая масштабная техногенная катастрофа 20-го стагодия. Хойницкий район относится до наибольш потерпелых у вынику аварии на ЧАЭС. Коли мясовые жихары узгадывают подеи той давнины, кажут, что тогда мало кто верил у поспяховую будущую. Але негативные прогнозы не справдились. Зусим наоборот, район он живе и развивается, створаются умовы для працы и отпочинку, иде модернизация вытворчасти, з'являются новые объекты социальной инфраструктуры. 4,5 года тому, после аварии на АЭС, с проблемой радиационного забруджування сутыкнулися и у Японии. За становчим опытом ее вырашения мясовые специалисты накировались на Гомельщину. После каждой поездки, вот первый раз они приезжали, мы делились опытом, который уже наработан за эти годы у нас. И вот сегодня при встрече они рассказывают то, что уже у них тоже изменилось. И то отселение, и 30-километровая зона. Цікавость японские выкладчики выказывают у тым ліку и до экологичного выхования подрастающего поколения. С этой метой яны наведывают Стралічаўскую среднюю школу. На занятках гуртка по радиационной безопасности гости назирают, яких поспехов досягнули мясовые наставники и их вушни. Конечно, нас очень поразил кружок, который организован на базе данной школы. Дети умеют сами измерять радионуклиды в продуктах питания. Это, как мы считаем, очень полезный навык. На уроках в Японии рассказывают о радиационной безопасности, но ничего подобного нет. Вядомая цікавасць японской делегации не обмежевывается пытаниями адукации. У центра уваги промысловость и сельская господарка. В Украине узыходящего солнца сутыкнулись с проблемой зменьшения колькости насильства у вёсках и невеликих городах, связанной с миграцией молоди. Особливо яна вострая на забрудженных территориях. И на думку японских выкладчиков, в опыт Хойницкого района у ее вырашении будет так само корыстным. Дмитрий Котов, Юлия Хорошина, Александр Александронец, телерадиокомпания. Компания «Гомель», Хойницкий район. У Гомелі пройшов міжнародний форум «Франчайзинг Білорусь-2015». У ділу їм прийняли місцевые предпринимальники, а так само представники буйних компаній, які пропонують можливості для развития супрацовництва. Франчайзинг – это популярная во всем свете модель совместного бизнеса. Под час ее реализации уже відомая на рынку компания со шматгодовым опытом дає партнерам право легально використовувати свой бренд и технологии. При этом проводится навучание персоналу, ажыццяўляецца контроль, оказываются разные виды падтрымки. За апошнія годы колькасць франчайзинговых предприемств у Беларуси павялічылася утрая. Однак потенциал гэтага накірунку только начинает раскрываться. Франчайзинг позволяет избежать ошибок при старте бизнеса, при его запуске, а также пользоваться помощью и поддержкой успешной компании в процессе ведения бизнеса, то это как никогда актуально в период кризиса. И в общем показатели франчайзинговых сетей действительно подтверждают. Утверждают это, что даже в кризисный период эти предприятия остаются на плаву и показывают успешную работу. У Беларуси форум франчайзингу проводится уже у третий раз. У гэтым годзе местом его проведения стал Гомель. Это связано с высоким узроўнем деловой цікавасти до региону с боку компаний, якія пропонуют франшизы потенциальным партнерам. Аналогичные мероприемства пройдут так само у Минску и у Гродне. Тем часом молодежный конкурс бизнес-проекта «Стартап-кооперация 2015» отбылся у Белорусском гандлево-экономичном университете споживецкой кооперации. И он был проведен в рамках международной программы «Молодь у предпринимательстве». Удел в конкурсе приняли студенты из Беларуси, России и Украины. Подробности в нашем наступном материале. Молодежный конкурс бизнес-проекта «Стартап-кооперация» на Гомельщине ладится усяго другий год, однако уже зараз корыстается великой популярностью. Все лето он объединял студентов с 18 ВНУ в Беларуси, России и Украины. Головная мета конкурса – подрыхтовка активных и инициативных ребят до 8-го международного чемпионата «Молодь у предпринимательстве», который отбудется у Гомеля у мае. «Стартап-кооперация» – уникальная махчимость представить досвеченным экспертам свои попередние коллективные и авторские бизнес-проекты, которые закрывают самые разные сферы жизни и деятельности.
Это и IT-проекты, это и гостиницы для животных, это и проекты, связанные с образовательными услугами, с развитием вузов, это и производство рапсового масла, это и проекты, связанные с производством радиодатчиков различных, то есть абсолютно разные направленности проектов. Регламент выступления конкурсантов не больше за 5 хвилин. За этот час треба детальово выкласти головную идею, мету и отметную особливость своего бизнес-проекта. Мой проект называется «Крытый скейт-парк». У нас в Гомеле даже открытого скейт-парка у нас нет. И тут крытый скейт-парк, это позволит заниматься круглый год, независимо от погоды. Потом у нас будут самые основные элементы для усовершенствования своих навыков. То есть это half-pipe, там всякие радиусы, перила. Развитие и взмацнение предпринимательской активности молоди, набытие навыков бизнес-планования и публичного выступления – это так само ориентиры конкурса. И у этой справе в допомогу выступовцев члены компетентного жюри с лику представников органов влады, выкладчиков и бизнесменов. У адрес конкурсантов яны выказывали выключно конструктивную критику и корыстные парады на конт просовывания и реализации представленных бизнес-проектов. Самый главный совет – не останавливаться, быть более уверенными в своих силах, да, дорабатывать свои концепты, делать их более интересными и все-таки стремиться реализовывать свои проекты. И здесь нужны действительно силы, нужна настойчивость, нужна уверенность в себе и в своем проекте, нужна команда. Отримавши необходимые рекомендации, удельники молодежного конкурса бизнес-проектов «Стартап кооперация» зараз почнуть заниматься их допрацовкой, как у мая на международном чемпионате молодь у предпринимательства представить свои креативные идеи на самом высоком уровне. Вероника Ворошилина, Катерина Сапельникова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Індийські слони, французькі доги і русський гумор. На манежі гомельського цирка відбулася довгочеканая прем'єра програми «Магія цудов». Після 30-годового розстання з гомельським глядачом у город над Сожем прибив національний цирк України. Этих слонов видела публика Франции, Испании, Китая и других стран. В их условной трудовой книжке около 50 лет циркового стажа. Своими навыками они обязаны династии Гертнеров из Германии. Братья Кристиан и Алекс – дрессировщики в пятом поколении. Под их руководством на манеже гомельского цирка четвероногие артисты представили несколько трюков, в том числе с опасными элементами. Конечно, не каждый слон может в цирке работать. Если увидим, что характер у него такой, что не хочет вообще ничего, не можем ничего делать. Самый старший у нас 65 лет, и второй 50. И они весь мир видели уже и вообще привыкли на это все. Результат многолетнего труда представил также Евгений Новоселов. На глазах у зрителей артист разрезал себя пополам, поджигал, исчезал и появлялся из ниоткуда. Амплуа иллюзиониста Евгений примерил 20 лет назад. Сегодня его признают лучшим на фестивалях международного уровня. Я начинал с микромагии, маленькие платочки, карты, шарики. Вот. Потихоньку перерастало в более крупный реквизит, в который я сажал маму и прокалывал ее там. Но не было у меня еще ассистенток, вот. Приходилось маму мучить. Еще одну порцию адреналина зрителям принесла встреча с крокодилами и питонами. Остроты программе добавила единственный в мире номер со стаей охранных собак. Французские доги вышли на манеж под руководством Марины Новоселовой. Юмором же обеспечил один из лучших клоунских дуэтов мира. Заслуженные артисты России Сергей Колганов и Олег Белогорлов в образе внуков лейтенанта Шмидта обливали зрителей водой, пытались их поджечь и даже забросать гирями. Правда, в свои ловушки сами же и попадали. Мы специально приехали из другого города в цирк, и впечатления прям колоссальные, незабываемые, конечно, в восторге. И мы, и дети не зря не пожалели. Расскажи, как тебе? Понравился цирк? Да, понравился. Что тебе? Мне понравился слоны, и мне понравился клон. Клон понравился, да? Да. У нас как бы уже нарисовался свой определенный контингент зрителей, то есть это семейный зритель. Вот. И мы должны как бы запросы удовлетворять и маленьких детей, и, в общем, довольно молодых их родителей. Поэтому очень это большая и сложная программа, потому что понравится и тем бывает тяжело. И все же с задачей артисты справились. Их финальный выход гомельская публика встретила стоя. Анна Ковалева, Ольга Вальченко, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель».
Новини региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.